стоит рыба. Каску по локам, диплом. Бафнул уже. Где засумонили? Да, я бафнул, как кратко засумонили. Скажи, всё, пожалуйста, что? Метки, куда, из чего носить? Шипы, спорой. Споры в хилов. Две споры в хилов, одна в мелизоне. Ага. Повороте, фрешблот готов? Кто первый танч, твой? Да. Кто это говорит? Это Руслер. Показалось. Нету полипала. Дай по себе креста, Маковей кулак бафнет. Все, все готовы. Пошел по дистанцию набираем. Бастик, близко стоишь. Дистанцию набрали. Буду стрелять, кто блюет лишний раз. Выносим кружок и в квадрат. Выйдите с лужи, от кружка отойдите, там дебаф. Фух, так, Бастик, ты, наверное, не знаешь тактику вообще, да? Он пельмень кидает, да, тут? Да, пельмень. Появляется желтая лужа такая, и туда кидается пельмень. Ну, а что еще, различия какие от обычных? Это у тебя голос Бастик? Это Бастик? Да, это все Руслер. Я просто, я убивал, я просто не помню всего уже. Танка сильнее, пожалуйста. Что-то раны ты забрал. Ну да ладно. Бастик, а ты убивал в бычке вообще? Я рано, по-моему, беру еще идти. У кого стоит Shadow Resist, Дина. Поставьте Shadow Resist кто-нибудь и прожмите потом Master Hour на едкой гниле. У танка лучше хилти. Я ревность не прокнул, у танка хилти. Прожми здесь. Мать двоих, как дела? Она блевала. Сейчас уже не надо сбегаться, что вы бегаете? ГЦ, кралька. Ты всегда был моим любимчиком, как и гнилому. Молодец. Лишь ты второй раз получаешь со мной тапки. Не говори. Еще ругаешься на меня. Ну, а что? Ничего. Кирилл, а ты-то тапки забрал?
кого два дебафа сбегаете быстренько? Квест... А, вот там кто-то пошел, все, нормально. Бартом пошел. Да. Подожди, не сдавай. А, у меня есть. Ладно. Нет, нет, подождите. Ставьте шкаф, суманем его и крылья. Там может быть болот. У меня в ДЦ остался. Да, в ДЦ здесь надо обязательно ДЦ. Кралька зайдешь, но понятно, уже есть. 4 хила пойдем. Так. Шанан, на Фурика можешь зайти? Я? Шанан. А, достаточно шаман. Шаман. Мать двоих, не знаю, и это удача нет, будешь так продолжать. Я тоже заменю тебя. Ставьте шкаф. Поставьте рыбу опять. Сейчас поставлю. Около этого квадратика. Ешьте. Монарху Трис, тебе главное... Ты знаешь, что там пельмени, короче? Умеешь ловить пельмени? Отлично. От пельмени отбегаешь. Чему передаешь? Тут отличие в том, что нужно будет после ней по-другому бить, но я тебе проще объясню. Просто стой в РДД-зоне, следи за пельменями, захиливай рейд и все. Когда зеленый слизень выбирает цель какую-то, ты в нее не сбегаешься. Захиливаешь людей, которых потом откидывает от взрыва зеленого слизня. Ты понял? Так это ты кому все говорил? Вам всем рассказываю, то вы ничего не знаете. Да Эрдру на самом деле может избегаться, потому что у него мгновенные хилки. Он может и... Я не думаю насчет этого, Эрдру. Хилы все вот, как огурчик, Русвет, Анархотурист, Соло, вы не сбегаетесь зеленого слизня. Потому что вы должны захиливать людей в это время, когда идет взрыв. Вот. Не будете этого делать, будем вайпаться. Будет рейд посаживаться. Так. На кого-то взял. Это все Русвит. Он взрывается, зеленый его не убивает до взрыва, типа, или как это вообще происходит? Зеленый слизень доходит до цели. Ну и он, короче, откидывает игроков. Ну, короче, просто взрывается. Потом другую цель. Я так по-простому объяснил. Людей откидывает, они получают урон. Это как в обычке. Да, как все то же самое. Просто здесь больше урона. Ладно, а разница, ну, с обычкой тут какая-то. На переходках выходит сразу два слизня. Понял. Какого первого заливаете вы? Драконик, а ты куда уходишь? Вообще-то у нас рейд не закончен. Прикольно. А кого, какого слизня первого заливают? Красного или зеленого? Красного? Рейд делится на дебафы. А, появляется дебаф. У кого красный дебаф, тот бьет красного. Все, я вспомнил. Зеленый, зеленый. Но милик, который получает красный дебаф, он не идет сначала на красного слизня, он ждет, пока, слизень выберет цель. Только тогда переключается на него. Понял? Да, да.
Я вспомнил, я же говорил. А чё ты, драконик, решил уходить? Насрать не, ну, не расходится о чём-то. Да я посмотрел, басик вышел, думал, можно разойтись. Давайте фулбаф по рейду. Значит так, первая фаза, будем стопать. Ледай по боссу, ждать зеленого слизня. Так, диплом, ты умеешь пить эти лужи? Мы будем стопать дамаг зеленого, первого зеленого слизня, ты не замедляешь. Чек на бафы. Локи, Терагоса, поворот. Если у вас зеленый слизень идет, вы не юзайте портал, вы ждете, пока к вам сбегутся. Так, все готовы. Диплом, пей куклу. РДД, будете стоять рядом со звездочкой. Все, начинай. Сейчас идет первая фаза, будем подводить профа к зеленому слизню. Зеленый слизень выходит, милик его начинает бить, все начинают его бить. Если слизень выбирает вашу цель в мили-зоне, и когда вас откидывают, вы не бегите к нему, вы отбегаете к РДД-зоне, там где звездочка, вы поняли? Надеюсь, вы поняли. Желательно в одной точке стоять в зеленом слизне. Стоп, иди дамаг по профу. Стоп, дамаг по профу. Встали в квадрат в одну точку и бейте зеленого слизня. Все в зеленого слизня переключились. Выбирай таргет. Сбежались в квадрат. Сбежались в квадрат. Отбежали. Не бежать на зеленого слизня. Соло, ты должен считывать весь рейд, иначе мы сдохнем. Переводите профа. Анархотрис, подымай. О, подымай фрешблуда. Пошла переходка, на ком зеленый дебаф, отбежали быстро к столу. Замедляй всех слизней. Морден побежал. Хилы, захильте сейчас людей, будет взрыв зеленого слизня. Почему вы не сбежали к зеленому? Сбегайтесь в череп. Отбежали от красного, смена цели. Так, можно падать. Падаем. Что? Это еще откуда? Падаем или что вообще? Да, падаем. Может диван нуться? Курчик, да, диван? Мать на двоих, 96 тысяч урона. Наверное, рановато вам еще в Геру идти. Не надо было диван давать. А, может забагаться? Нет, просто мы будем долго ждать. Я отойду на 2 минуты, пока бежит, кто будет резать. Блин, Соло, если ты не будешь ДЦ-шить, мы будем падать каждый раз при взрыве. Должен быть первый по абсурду. Тебя холипал обгонять на 500 тысяч. Что это за что? Я был первый, пока мы не начали падать.
Мать двоих, почему ты не билась, слизня? Поднимите сейчас меня. Сейчас, если не будем заливать слизней, придется менять людей, которые хуже всего по ДПС у нас. Потому что так мы не убьем. Ставьте рыбу. Есть кого-то рыба. Русвет, вставай. Рыбу поставить? А, поставили уже. Ставьте рыбу. Майк Двейк, ты бежишь? Оставьте шкаф. Уже все пробежали, ты все бежишь и бежишь. Какой у тебя ник ВРК? Ты не знаешь, где находится проф? Давай тебя в парейду. Чек на пул. Маг, дай баф, пожалуйста. Соло, ты считай сразу магов и милизону в первую очередь. Все готовы? Диплом, пей куклу. Пей стол. Все, начинаем. А чё с чумой делать? Передавать её надо, чтоб ты не сдохнул. Пыль нельзя её, да? Ну прочти дебаф описание и поймёшь, что с ней делать. Уже сказал, передавать надо. Стопайте по профу, стоп по профу. Профу не бить, 2% до переходки. Милики, стопайте, бейте слизня. Хватит в череп. Отбежали от зеленого. Череп встали. Падаем. Падайте быстрее. Не спойте куклу. Мы успеем перевести. Да не в этом суть, надо просто научиться нормально убивать. Можете нормально убивать. Меняйте меня сразу, ладно? Драконец говорит. Хм,
Ну, надо Маковея, Драконика, Майдвейх менять, что у них какая-то проблема с ДПС. Дело в том, что я же говорю, давненько не играл, это как 7 лет. А у меня был Аркан Маг. Сюда сейчас зашел, говорит, Фаер Маг вот в топе. Спекнулся, Фаером никогда не играл. Ну, второй день, в принципе, просто играю Фаером. Плюс ко всему, блин, лагаю в хлам просто. Ладно. Я услышал тебя. Если что, не обессудь. Погоди еще. Ладно, удачи вам. Спасибо. Спасибо. На Тирагоса заходи на ШП. Майдвейх, ресайся, камень Даларан тоже накину тебе ИП. Так. Ходите в обычки, там учитесь дамажить. Потому что сувать проф или ча надо ДПС хоть какой-то. Переключать цели. Вы этого не делаете. Чё? Надо ещё ДД? ШП надо. Сейчас зайду. Рыбу ставлю. Давай, ставьте шкаф, сейчас сманим людей. Так, в повороте у нас остается демон. Лизан, у тебя есть демон? В вороте поставь шкаф. Тыкать на шкаф. Так, я уже заменил трех людей, хотя мага не хотел менять на самом деле. Джирса поставить? Заходи. Да, заходи. Джирс нужен кому? Ну ставь. Я у стены его поставлю. Возле шкафа ставь. Ладно. Сейчас убьем, надеюсь. Че, ШП мало, да? Один. Здорово. Паладины, у вас остались реги на диван? На всякий случай. Ну, можно купить, я могу купить джипси, вот я уже раздаю. Да, активные. Ладно, ну просто еще немного не повезло, конечно. Тыкать на суман.
Давайте фулбаф по рейду. Интеллект, каски, крест. Пристабаф еще дайте. Давайте пристабаф. Селфи шмарон, накурим хлам. Одну секунду. Он по бафу не хватает. Вроде все есть, все, я готов. Все, пей стол. Дик, что, переводим? Нет, не переводим. Ждем зеленого. Начинай. Пока есть время. РДД. Всегда стоим здесь. На первом зеленом слизне. До конца уже не допивай, ты шаришь. Топайте по профу. Стоп по профу. Все, не бить профа. Да-да, отошли сюда, в квадрат, где-то сюда. Профа не бить, 3% до переходки. Вы только хуже делаете. Бейте зеленого слизня. Убирает таргет. Отлично. Милики отбежали в РДД зону. Сбежали из квадрата. Переводите профа. Ты встанешь сам или нет? Да, да. Давай. Ну а как ты думаешь? Надо встать, наверное, уже. Переходка пошла. Ком зеленый добав к столу. Красный бейте красного. Квадрат. Ты не передал чуму. Ты специально это сделал? Бейте. Бейте по бафу. Килы не сбегаются в череп, захиливайте. Становимся в квадрат. Все, отбежали от зеленого слизня. Сбежались опять в череп. В череп сбежали все. Сейчас откинет. Смена цели красного, внимательно. Да ладно. Опять в череп. Забивайте. Давай, перемене пошли, отбежали. Анархотурист, поднимай мэджика. Бля, если вы так будете играть, мы ничего не убьем, конечно. Мэджик, вставай. Сейчас будут перемене. Перемене, отбежали от центра. Влево-вправо. Переключайтесь красного. По уроте ты умираешь. Молодец. Я не увидел, просто извини. Дарксайд, поднимай повороте. Все, бэров нету. Пельмени отбежали. Сейчас будет зеленый слизень. Полбы отводи. Если есть энергия, замедляй, потому что жопа. Сейчас выйдет зеленый, после него пельмени. Влево-вправо РДД отбежали, потом опять встали в квадрат. Все, отбежали. Слизня сыграли. В череп становимся. Набиваем. Уже лучше, более-менее. Пельмени отбежали влево-вправо, смотрите. Соло, пой гимн Аману. Русвет, ставь тотем. Баф, да, есть на тебе? Истобаф, дайте каску, крест по локу, по шаману, по магу. Так, красный выходит. Стопайте дамаг по профу, играйте все в красного. Пельмени пошли, отбежали. Играйте все в красного. Мэджик, молодец, умираешь в взрыве колбы. После красного переводим профа. Колбы отошли, переводим профа, смотрим на свои дебафы, пельмени, отбежали влево-вправо, виза на куринхлам. Так, зеленый к столу, красный бейте красного, давай рост. Так,
РДД красные сбежались в череп. Отбежали. Отбежали от зеленого. Диплом давай Сакру. Соло давай гимн отхил. Гимн отхил давай. Все, красного добили. Сбежали в череп. Гимн отхил на курин хлам. Гимн отхил на курин хлам. В череп сбежались. Убили. Отлично. Все, давайте профа бить. Поднять мага? Нет. А есть БР? А да, бананово. Подымай. Диплом забирай босса, прожми срезку. Так, Маковей, диван есть, реги на диван? На звезду диван. Молодец. Проводи колбы, пельмени. Повороте уже слизи умирает. Я засыпаю, Олег, извиняй. Ты устал. Короче, Magic взрывается на колбе. Русвет не передает чуму, умирает. Нет, ее мне просто передали, я не успел ее даже передать, и меня в этот момент еще и слизень ударил. Какой слизень? У меня зеленый слизень тогда на меня летел, он до меня добежал, и в этот момент на меня чуму повесили. Пояс на аирдроп. Только слизни, вот только чума или все убили? Багровые остались. Лич? Багровые. Ладно, совет. Слышишь, Олег, там у Бладинеса, он кокера танки есть, а не спектус там на трэш. На х... это, на квеста зайду, на одного босса. Слушайте, а кто за этих, за файров шарит им кольца, какие в бисе должны быть? За репу с кораблей. Спасибо. Давайте не АФКшить, потому что время позднее уже, надо трэш убить еще. И в ВК пойти еще. Ну с такими людьми, конечно. А я могу заменить, кто устал. Блин, я забыл печеньку разролить. Бейте алфа. Песна, да. Блять, минус 10. Просто изначально рейд был неправильно собран, поэтому у нас такие проблемы. Панкокер, спекайся в танк, Бладлайн, спекайся. А МД, кто у тебя есть? Ну, кроме Ханта, Роги, все есть. Заходи на Лока. Ну, у меня Африка, это не демон. И сразу говорю. Ну, он есть в рейде. На свой толкнулся. Что без Войда убил тогда? Да он захочет катушку, походу. Пошли по контролю людей. Курин Клам, ты тут или не? Соло, пошли со мной. Соло, контролишь звездочку. Эванесенс, контролишь кружок. Фрешблад, контролишь череп, покаяние. Подожди. Маковей. Ромб. Пошли разбирать мобов. Ты зря это сделал, потому что корни наносят урон. Сейчас все вообще, с контроля выйдут. Вообще-то не наносит. Не? Нет. Оплетение. 47 единиц урона. Я от вообще-то я Элем. Алло. У Элемов оно не дамажит. Не знаю, запишет оплетение 47 единиц урона от сил природы. То у тебя бейте, может он дамажит, у нас он не дамажит. Бейте ромб. Давайте, кольцо льда, гнев небес. Чтоб никто не падал на трэш. Но.
Там чисто. Да, ты заходишь? Ты заходишь, все вижу. Так, по другим целям соло законтролишь звездочку. Эванесенс кружок, Маковей квадрат, Рэшблад, череп. Погнали. Бейте лича. Пиздата. Кто так сагрил? Бейте квадраты, тактика. Давайте кольцо льда и гнев небес. Морден, иди тогда, если тебе надо печеньки, иди к профу. Я тебе дам лутера. Ты кинешь на роллы, мы посмотрим, кто первый по ПРу. Я просто забыл ее разролить. Реально. Извините. Какую, героическую, что ли? Да. Видимо, она такая, она никому не надо, что просто все втыкают уже. Но если тебе надо это печенька, то иди к профу. Здесь куча народу, надо рус виду точно. Не, я имею в виду, кто-то может пойти и разролить, отдать ее просто. Давайте, рольте, расскажу. Рольте печеньку, представьте, что это печенька. Воин охотник шаман. Ну а человека Морден выше. Морден, иди забирай. Иди забирай, пока мы бьем трэш. Давайте звездочку будем бить. Видишь, это, кстати, усов, оно 47 сил, ну, урона бьет, а не у лемов. Да, я понял, моя ошибка. Кукер умер. Плохо. Захилили. Подымите конкокера. Поставьте шкаф, морда на суманем. Так, 4 хила на кинетике, ханты, присты. На Валанаре. В Алнаре набираем дистанцию. Особенно хилые. Тыкните на сумон. На Толдораме, по-моему. А, ты про вихрь тоже, ну да. Да. Ну, а чек на бафы. Приз, полов. Приз, как флаг, дайте, пожалуйста. Где? Каску, давай, пристабав, давайте. Каску, шаман. Каску, локу. Ты можешь ее прожимать на вихре. Вефи еще локом дай каску. Все, уже готов. Кто на двоих будет? Анкокер, ты? Диплом на двоих. Значит, Талдрама на поле вам на диплом, Анкокер на келе. Погнали. Набираем дистанцию. Думали, что одолели нас. Будет Валанар. Ждите 5 секунд, не бейте босса. Дайте нагреть протопалу. Позволит
Русвет, давай рост. Скоро будет вихрь, внимательно. Держим дистанцию. Ну, Тюзан, отойди. Куча народу около Эршана стоит. Мы разбежались, ну вихрь же, ё-моё. Все отлетают. Анархатурис, поднимай Вефу. Вставай, Вефа. Сразу пристабав ему каску, крест, интеллект. Сейчас будет другой босс, смотрим. Так, Кель. Играемся в Келя. Легла, следи за кинетикой. Кинетика падает в центре. Смотрите за вихрем. Манкокер, поднимай. Собери на себя сферы, забирай босса, прожмись. Да, диплом, дай каплю на Анкокера. Дарксайд, подними Вилл Мэджика. Банановая, поднимай Дарксайда. Хилы, вы будете хилить Анкокера? Банановая, есть БР? На Келли Вихер отводи. Я не вижу. Поднимай Дарксайда, банановая, Дарксайд подымешь, как огурчика. Поднимайте кинетику. От Алдрама отбегаем. Жаркое пламя на банановой. Я успел бернуть танка, пока меня босс не убил. Реакция топ. Келя, отведи подальше, он тебя уже не дамажит. Поднимайте три кинетики, Волонар, ХП на Волонаре, дистанции все набрали. Диплом, если есть Сакра, прожмешь на вихре. Сейчас будет вихрь, внимательно. Разбежались, дистанцию набрали все, прожимай Сакру, кинетика падает, кинетика сейчас упадет, ну ёб твою мать. Хант, Прист, в чем дело? Мионера это какой-то бардак. Кинетику будете подбивать? Нет, это ГП. Это никто ее не бьет вообще. Вся кожа упала. Наверка. Что упало? Вся кожа. Поднимайте павших. Такое ощущение, хилы не хили. Не дамажите. Бафайте пул баф по рейду. В чем проблема была? В том, что сферу разбили сейчас все. Потому что не бьют сферы, не отбегают от пельменей, не передают чуму, не бьют слизней. Давай, Маковей, законтролишь звездочку, фрешблад, кружок, соло, квадрат, эванесенс, череп. Идите, расконтроливайте людей. У нас пропал шаман, что ли, один хилер?
Все, не двигайтесь, они придут сами. Бейте звездочку. Давайте гнев небес, кольцо льда. Его Нессенс не подбивал кинетику, но Куринхаум тоже, судя по всему. Поэтому он был лайф мист. Так. Ладно, три человека уже говорят, что подбивало. Не повезло, наверное, да? Видите квадрат. Никон, смотри, вот есть спек по ДК служей. Давай, Див Даларан после Ланы сделаешь. Знаешь, какие таланты меняй? Вот эти два таланта надо скачать. Не помню, какие надо убрать. Кто-то помнит, какие таланты надо убирать? Ой, должен знать. Чё там? Надо осквернение АДК вкачать. Два таланта, но... Что убрать? Пускай Пету уберет, он слабо дамажит. А нет, пускай он уберет нечестивую порчу и может убрать один талант с Пета там. Нет, сейчас Лану убьем, ты просто после Ланы сделаешь спек. Сейчас, давайте звездочку фрешблад, кружок соло. Контрольте. Да погребальный плач, наверное. Так, где этот погребальный плач? Смотри, Никон, вот это тебе, ну, не надо. Она много не... Да, я одну штуку, по-моему, отсюда убирал. С погревального плача и... Нечестивая порча, где ты взял? Нечестивая порча, это жук такой. Нарисованный, он типа еще один дебаф вешает. Типа чему? Наверное, я это тоже убирал. Ну, короче, это не надо, это надо... ДПС не понизить тебе особо. А он может, в принципе, не вкачивать, я буду пока этот там стоит. Все равно надо. О. Поднимите меня. Сразу даем баф, как меня поднимаем. Нархотрис, ты в центре. Килишь рейд. Миллизон убойный рост. На двух танков омоложение, восстановление. На тебя вешается роющиеся тени. На тебе появится стрелочка такая черная над головой. Нужно будет выбежать с рейда, потому что ты будешь под собой эту лужу, короче, разливать. Это ты знаешь эти все приколы? Пакт. Понятно, ничего, никаких различий, просто сильнее бьет. Банановая как? Тут, Вефа. Каску, Локу. Каску. Диплом, каску давай. Каску, Мудлайн, Сукулак, Маковей. Рыбы нету. Поедем. Банановая тут, Вефа тут. Короче, он каску не дает. Нет. Дай каску по Вефе. Все, дали. Погнали, дай каску. Не, подожди, вот каски не дали. Раздай каски, диплом, все равно ты ОТ ничего не делаешь. И этот, Маковей, дай кулак варам. Вот, на варах есть кулак. Каски нет на друидах. Дай каску по друиду. Фактом сбежались.
по скиллу пал, я сам молкнулся. Я все, зашел уже обратно. Банановая есть, БР? Морден, выбегай. Две минуты. Три хила хилите, и минута еще, КД, БР. Меня какого-то фига припули просто, дискового. Кусай накурено в хлам. Маковей, как огурчик, Русвит, быстрее сбежались. Вроде деревня скинула в танк. Это Русвит, орехи на танка, на дипломы, и хилишь его. Я хил на своем орехе. На Кури, на ВНС с повороте сбежались быстрее. Опять дистанцию набрали. Зерил Прида, прожми глыбу. Анархист, поднимают тебя. Залил Иннер. Не, не Иннер, КД. Дайте бафы по друиду. Так, у кого сейчас Shadow Resist стоит? Дарксайд, повороте, Зерлприда сбежались. У кого Shadow Resist стоит, паладины? Маковей, прожмешь по команде Мастер Аур. Ну, Курин Флан, выбегай. Тебе как раз будет баф. Так, дистанцию все набрали. Друг напротив друга, дистанцию набрали. Скажу, когда Сакуру дать и Мастер Аур. Давайте, Мастер Аур и Сакуру. Кресты гибнат хил даем. Заметили то, что доты опять багаться начали? Давайте рост. Да. Посрабного. Рост, да. Ничего себе, хуйня. Солос, Элфишмарон, Никон. Успеем до следующей сделки убить? Да. Дайте на маму. Ничего нет. Кресты спели гимн на ману. Могу тотем поставить. Встанешь в мир и танк, и все будет мануть. Пакт, Вефа, Кокогур. Леглас, убегай с меткой. Леглас, укусишь там человека. Захильте людей. Какой был редовый ДПС, кстати, в сурке? Кто-то помнит? Соло, повороте, как огур. Он типа тут уже будет человек 6 меня как бы. Я знаю, я просто спросил, и... Не помните? По ощущениям 280 где-то. Ну, судя по всему... 5 хилов. Так, завоеватель. Идем, Ника, надеюсь, делай спек. Так, что тут у нас? Маковей, Соло. Соло, победитель. Соло, это же ты графит, да? Угу. Есть беседе в ВК у нас или нет? Маковей, тебе надо это? Это предбисовая пушка на ретрика. Так, кому ничего не надо на личе и может зайти другими персами? Есть тут такие? Могу на Лука, на С. Анархотрис, различие тебя от Геры? На первой фазе там просто будут ловушки кидаться, мы бьем треугольником. В одной точке РДД зона. Во второй точке мили зона, а посередине протопал с трэшем. Видишь, вот здесь квадрат, здесь протопал с трэшем будет стоять и двигаться по прямой линии в конец платформы.
Все, что тебе надо делать, это хилить рейд, омоложением, буйный рост в мелизону, обходовать танков восстановлением и выносить чуму в трэш с протопалом, если на тебе чума будет. Это все различия. Вторая фаза точно то же самое. На третьей фазе вместо одного человека кидает весь рейд в комнату. Поэтому ты будешь захиливать рейд, омоложение, буйный рост по КД. Если ты этого не будешь делать, мы будем падать. Там один отхил идет только от эрдру. Основной отхил. ДЦ еще поможет. Олег. Чё? Как насчет этого, чтобы как огурчик пошла на лок, а я зашел на шамана? Ей просто нужен меч? Да и мне нужна тринадцатка. Нет, тут Росвит не захилит, мне кажется. Танка здесь надо хороший хил еще. Я могу сделать хила, мне бы ты сдаешь. Все равно я и пропущен другого пуса. Все равно два приста, не, у нас два приста. Давайте по тактике, давайте так попробуем. Так, фрешблот, станешь кружок, первая валька. Маквей, ты умеешь станить вальки? Маквей, ты тут? Вот, пока тут будешь станить вторую вальку. Это ромбик, если что. Третью вальку станет диплом, это трусы. Это первая волна валик. Вторая волна валик. У Астана не откадешится, кроме протопала, поэтому Selfish Maroon станет кружок, как огурчик, ромбик, и диплом уже в конце застанешь трусы, если откатится стан. Третьей вальке все то же самое. Fresh Blood первую, кружок, Маквей вторую, ромбик, это третьей вальке. Диплом, трусы. Все остальное по команде. Если кого-то будет хватать валик, паладинов там, рок, я буду говорить, кого станет, по команде все. На второй фазе стоим в одной точке в звезде, чтобы все вальки летели в одну точку. Это понятно? Если я говорю выйти с центра, мы выходим. Если я говорю осквернение, будьте внимательны, вы набираете рейндж, ждете осквернения и потом опять забегаем в звездочку. Это тоже, наверное, понятно. Скорее всего будет 4 волны валик, возможно 5. Поэтому очень внимательно на то, что я говорю, когда выбегать, куда становиться. Все это буду проговаривать.